Выйди из туалета, по-хорошему говорю. Надоел. Что такое? Вот. Зачем? Да там уже есть капельница. Ну, вытри. Порядок наводим. Молодец. Я ее до утра, эту картошку буду чистить, блин, пипец, блин. Ну ладно. Сколько-нибудь начищу, может. Проценты-то не сказали, кефир надо? У меня 3,2 есть и 2,5. 3,2 сделаю. Белый рос. Кефир хороший должен быть. Мне молочная продукция все нравится с тигром. Львенок нарисованный. У них масло вкуснее. И это. Молочка. Твороги вкусные у них. Полы надо мне. В этом доме ты сходишь в магазин? Извиняюсь. Что за? С потолка нашла, течет вода. У кого с потолка течет вода? У нас, на соседи. Затопили. В комнате твоей, что ли, тебя затопили? Да нет. А где вода-то бежит? Ну, стоит. А? Где вот стол? Я не поняла вообще ничего. Там я живу и стоп вот. Ну. А потом там течет вода, и она намокнула, и все. На своей комнате затопи нас соседи. Завтра концерт в школе. День матери. Пригласили родителей. А у меня то, а у меня в садике вот. А ты знала, что сегодня будет Новый год? Нет, я об этом не знала сегодня, потому что не будет Новый год. Если бы он был, я бы знала. У тебя каждый день Новый год. Понимаешь? Новый год еще через месяц будет. И еще немножко. Дед Мороз придет к тем ребяткам, которые себя хорошо вели. Весь год. А кто не вел себе плохо, кто вел себя на плохо, он не придет. Ты сам знаешь об этом. Это когда был маленьким, я это давно знал. Ну, а сейчас ты большой уже, что ли? Да. Тебе всего 4 годика. Я теперь это тоже знаю. А ты знала, что внутри вот человека есть вот такие палочки? Вот. Угу. Что, когда зеленый? Это аллергия. Аллергия это значит? Да.
бактерии, да? Да, когда палочки. На тебя, на, когда ты оделся вот на землю. На землю. Когда на тебя нападает таракан, и он вот, вот так. А потом вот так вот делает руку, и все. И вот видит ее вот. И ничего вот, себе. И он видит таракана, а потом так, он ходит назад, а потом вот так. Ничего на себе. На землю. Я не буду ложиться вот на землю. А то там много... А зелень-то будем ложить, дорогой? А этот йогурт был у меня в садике. А этот был у меня в садике. Кто? Этот. Кефир? Да нет. Кефир только в магазине. Ты так упадешь. У меня только... Иди спроси. Вкусный кефир в садике. Все, пап. Блин, палечки порезала. Зараза. Вася, что так скопытило? Хватит. Много жирно будет. Все. Отстаньте от меня со своей картошкой. Так. Со свиньям сварим. Добавим. Фирменное масло с отходами. Тесто надо.